Всем привет, рад вас всех приветствовать. Итак, позвольте представить вам наш первый платный мод. Это Scania 143. Итак, данный автомобиль состоит из двух файлов. Первый файл — это Scania 143M High Suspension. И второй мод — это Scania 143 Custom. Итак, давайте посмотрим, что такое High Suspension, для чего он нужен. Так, данный мод представляет собой Scania на повышенной подвеске. Многие из вас пользуются прицепами от Corolla и просто высокими прицепами. Обратите внимание на то, как приподнят наш прицеп сейчас, потому что в данный момент подключены шасси с высокой подвеской. У данного шасси вторая ось подъемная и поворотная. Естественно, имеет полный привод. Естественно, сделана развесовка по осям. Все как положено. Итак, заходим в модификации. И, конечно же, здесь присутствует полный тюнинг, разнообразные кабины. Двигатели присутствуют 700 лошадиных сил. 1200-1500. В данный момент стоит 1500 лошадиных сил. Коробки тоже всевозможные. Плюс стоит коробка для тяжеловесных грузов на 18 скоростей. Вот. Ну, салон, тюнинг, все как положено. Все как надо. Плюс ко всему прочему, мы исправили проблемы с бампером, с нижним. Когда его ставишь, вот здесь была чернота. Мы все это убрали. Данный автомобиль работает на версиях 1.35, 1.36. Итак, давайте разберемся по подвескам. Значит, это первое у нас такое вот шасси. Вот это вот второе шасси. Как вы знаете, это шасси, оно сделано для нестандартных грузов, а также будет на высокой подвеске. Кроме всего прочего, мы в этом моде мы оставили шасси с стандартными низкими подвесками. Ну, вдруг вам не захочется переключаться. Вот. Есть также, да, приподнятые шасси, естественно, 6x6 будет, 4x2 будет приподнятые. Все как положено. Вот. Вот такие вот шасси. Далее теперь возвращаемся к нашему шасси, которое стояло. И теперь возвращаемся в профили. И ставим сейчас шасси стандартное, заниженное. Ну, как положено. Тут оно, конечно же, тоже переработано и все такое прочее. То есть все как положено. Отличие этого мода от того, только то, что у этого мода есть повышенная подвеска. Значит, теперь мы что делаем? Мы убираем вот этот мод и добавляем вот этот мод. Делаем применить. Конечно же, сейчас игра ругнется. Но при всем при этом у вас останется тот тюнинг, который сейчас вот стоял. То есть ничего делать не надо, просто меняли их местами. Естественно, вместе их лучше всего не ставить, так как 95% будет конфликт. Итак, отправляемся в путь и смотрим, что же тут у нас есть. Видите, все осталось как было, просто машина стала на низкой подвеске. Вот, вот давайте сейчас на ней проедемся, посмотрим. А, стоп, сейчас мы ее отремонтируем только лишь. Да, кстати, по ценам тоже была проведена работа. Цены существенно все снижены. Так как этот грузовик уже новым, естественно, не купишь, то цены я как бы делал, как будто она бушная.
Давайте проверим, что стоят ГРовские колеса только лишь. Так, стоит, стоит, стоит. И стоит. Все, поехали в путь дорожку. Так, все хорошо. Еще этому моду будет убавлен звук двигателя, чтобы он прям так сильно не бил по ушам. А карта у нас где? У нас карта. Естественно, присутствует тормоз с двигателем, тормоз с ретардой, все как положено. Блокировку. Да, еще хочу отметить, что у автомобиля не загибает кабину. Thank you.
наисложнейший участок. Все вы его знаете. Вот такая вот скания получилась у нас обалденная. Спасибо всем за внимание. Кто заинтересовался, пожалуйста, пишите.